Хэппи-няца. Хэппи-няца. На Хит-ФМ. Начни день весело. Если ты в детстве мечтал побывать на месте Кевина МакАлистера из «Один дома», у тебя появилась такая возможность. Da, pentru că dacă ai visat la acest lucru, acum ea a devenit realitate sau poate deveni. Iar tu poți să fii Kevin pentru o zi, iar un hotel din America a recreat cu experiența singur acasă, o secvență din acest film. Și nu există nicio îndoială că acasă, singur acasă, va fi considerat pentru totdeauna unul dintre cele mai bune filme de vacanță din toate timpurile. Printre altele, acesta deja a împlinit 30 de ani. Wow. 30 лет. Фильму да. «Один дома» 30 лет. Так в этом году и Нюше 30 лет. Это такой год необычный. Мой нет, не мой ровесник, он твой старше. Твой очень старший брат, да. Лет на 15 старше. Да, мы поняли. Și cu ocazia acestei aniversări, dar și datorită faptului că suntem în prag de sărbători, un hotel din Chicago a amenajat o cameră exact ca în ecranizarea mult îndrăgită și ceea ce îți permite să te simți erou principal din singura casă. Aducând un omagiu filmului difuzat din 1990, acțiunea ce a avut loc în Chicago, camera singura casă a fost complet recreată pentru a oglindi casa familiei McAllister. Și acum chiar tu singur ai șansa să sari pe pat ca în film, cum o făcea Kevin. Mm-hmm. Ну, надеюсь, что грабителей специальных не нанимают, чтобы полностью его создать. И было бы здорово, если после времени, проведенного в декорациях фильма «Один дома», тебя не ждет судьба Маколея Калкина. Mm-hmm. Хотелось бы чуть успешнее прожить немножечко. Сейчас с ним, слава богу, все в порядке. Недавно переписывались. Я вообще... Значит, у него все плохо, если он с тобой переписывается. Сейчас, Альбина, ты вообще работаешь со мной, поэтому тебе еще хуже. Вы знаете, я прочитал несколько интересных фактов о фильме. Именно под Маколея Калкина, именно под этого актера, и был написан сценарий. Других актеров даже не рассматривали, потому что режиссер увидел Маколея Калкина и захотел снять про него фильм. Еще интересно, что Джо Пеши, это который коротышка из «Грабителей», он хотел, чтобы его Маколей Калкин действительно боялся. И даже когда съемка заканчивалась, он с ним общался грубо. Однажды на вечеринке к нему подошел Маколей и Джо Пеши ему говорит: «Закрой рот». Вау. Да. Uite, aceasta eu înțeleg profesionalism. Eu, din potrivă, cred că ar fi ok dacă la momentul dat în acea cameră ar apărea Kevin pentru ca să-i surprindă pe cei de acolo. Începe ziua veselă.